Всем привет! Вы смотрите AM Television, и с вами снова я, Виджей Лопатин. Только у нас в проекте Events вы увидите самые модные события большого города. Вечеринки, открытия презентаций из самых ярких людей столицы. Не пропусти, смотри прямо сейчас. Мы начинаем! Группа «На одной волне» и «Правда Бар» представляют сегодня большой студенческий Хэллоуин. Друзья, оставайтесь с нами. В честь чего этот праздник? В честь Хэллоуина, я так понимаю, да? Ну, не зря же у меня пол лица превратилось в скелет. Ничего оригинальнее этого я не смогла придумать «На одной волне». Зашибись! Хэллоуин. Я знаю, что он американский. Я знаю, что это очень веселый праздник на самом деле. Когда все исчадия ада и все прочие чудища, ведьмы и вся нечисть выползает из ада. И на пороге дня и ночи, примерно в полночь, начинается нечто вроде шабаша. Нечисть. Я знаю, что это Хэллоуин. Ну, очень сложно объяснить на русском. Ну, почему? Потому что мы... Мы как это танцуем и вообще супер вообще. И все, точка.